Здесь над лугом много ласточек носится. Ну как много? 3, 4, 5. У нас десяток точно будет. Если такой вот открытый луг, это буквально в 10 метрах. А это русло кальмиус. Тут еще 3 коровы пасутся. Вот они тоже насекомых привлекают. А рядом с тем лугом вот еще один. Здесь по траве воды много, родник рядом. И еще больше ласточек, тут и скворцы. Интересно все-таки узнать, где ласточки свои гнезда делают. Такое количество ласточек.